Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами будем продолжать наши разговоры, но... Тимоша, Соня! Идите, поздоровайтесь! Это моя группа поддержки, поэтому я хочу, чтобы пройдут годы, десятилетия, и чтобы вот эта цепочка осталась непрерывной. Вот сюда посмотри. Тимоша, где ты обычно стоишь? А то она не видно, может, с этого плеча моего. Поздоровайтесь, помашите рукой. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотя не видно, наверное. Ты же у нас гимнастка, иди сюда. Так. Вот. Скажи, пожалуйста, ты хочешь стать такой девочкой? Девушкой? Почему? Я выбрал лучшую фотографию. Почему? Потому что я хочу гимнасткой такая. Какой? Потому что я хочу такой гимнасткой, как отца. Так вот, перед тобой гимнастка. Смотри, какие мышцы. Ну все, ладно, теперь, ребята, не мешайте. Пойдет серьезный разговор. Вы знаете, иногда тема возникает из ничего. Посмотрите, мы с вами забыли уже про анастасийское движение. Скажите честно, кто из вас уже несколько лет, мы об этом не говорим, ни я, ни вы, не задается вопросы. Вот. И иногда, только иногда случается вот такая вот вещь. Вдруг человек говорит, я хочу быть 100% анастасиевкой, написала мне большое письмо, вот, спрашивает советы, как перебраться куда, чтобы уйти на землю. Все замечательно. И одна строчка, я не имею права письмо лично вам показывать. Одна строчка единственная. У меня 2-летняя дочь, и я ее воспитываю вегетарианкой. Я схватился за голову, думаю, господи, и уж судьба у меня такая, управляет людям мозги. Смотрит ли она на меня, не смотрит. Живет в деревне, не знаю. Вот. Я так сказал, что на вебинаре я обмолвлюсь об этом. И повторяю то, что я ей сказал. Вы понимаете, в чем беда-то наша? Сейчас поймете. И я все, что буду говорить, я буду обосновывать. Это 5 минут, но это очень важные 5 минут. И потом на каждом вебинаре последующем у меня будет по одной такой небольшой теме. Надо брать шире, потому что это самое, тут мы стараемся что-то сделать лучше, сады вырастить, и тут же рядом в наших глазах гробят детей. Вот я не шучу. Смотрите, вот эта вот девушка, которая ест мясо. Можете не сомневаться в этом. Вот это символ Дианы Охотницы. Смотрим сюда, охотницы. А вот эта современная девушка. Вот таких девушек на подиуме, понимаете, вот настоящий мужчина никогда не возьмет ее ни в жены, даже в любовницы, потому что есть такое выражение, взяться не за что. Я уж так немножко цинично говорю. Понимаете, от нее не дождешься здорового потомства. А у нас десятки, сотни, тысяч девушек стараются быть такими. Вот. Почему? Потому что им мозги испортили. Они есть такое понятие подражательства. Вот. И в данном случае я очень хорошо отношусь к Мегре, но надо же маленечко было думать, когда это... я сейчас вынужден его тоже мозги вправлять, если он меня когда-нибудь увидит, услышит. Смотрите, объясняю. Дело было так. Вот толпы ходили. Это племена. Я не говорю, что это наши предки полуобезьяны. Нет, это их так нарисовали. Наши предки были высокоразвитые. Только был период одичания, скажем так. Период одичания. Да, ходили толпами, называлось орда, жрали все подряд. Сейчас поймете, к чему я подвяжу. К очень важной теме. Сейчас поймете. В чем главная существенная ошибка этих вегетарианцев и тех, кто учится вегетарианству. Вот. Целый день ходить, жрать траву, видите в руках пучок травы, вот. Корешки, вспоминайте, гусеницы, о какая гадость, да, скорпионы, если ему жало отрезать, значит, в прибрежной воде поймать там этого самого, тритона, лягушек, французы современные лягушек едят, как это не дико звучит для нас, нормальных людей, вот, что неизвестно, то нормальнее. И получается, это собиратели, а вторая часть, ну, скажем, соседнее племя, это охотники. Вот. И каждый из нас гибрид, каждый из нас, потому что это все смешивалось, смешивалось, смешивалось.
Охотники сильнее, посмотрите. Лучше вооружены. Он всегда, женщина, отобьет себе и родится гибрид. И вот эти гибриды мы все с вами. А дальше что? Смотрите. Кто сказал, что это мясо, а ведь кто-то сказал, и это тысячекратно повторено, что мясом людям вредно. Надо питаться вот той травой, вот этой травой, вот этой. Вы понимаете, я вам говорю, это должно стать основой современной биологии, которая вместо той дебильной. И об этом надо в школу изучать, проходить. Корова, это, вот она, опять цинизм, полуфабрикат. Она жрет всю жизнь траву с утра до ночи, все жрет, 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 и запасает его в виде полуфабриката. Мясо – это переработанная трава, понимаете? Это мясо – это переработанная трава. Вот. Существуют специальные добавки, которые вырабатывают организм, я сейчас про это не буду. И получается мясо – это бывшая трава, или вернее так, это та же самая трава, которая более приспособлена для нас. А теперь возьмем. Какое-то племя поселилось на острове Япония, да, 90% потребления рыбы. И рыба называется не рыба, а морепродуктов. 90% пищи. И живут дольше нас. И кто-то говорит, все, переходим на рыбу. Да мы через месяц отравимся рыбой, мы. Поняли? Почему? Потому что и это не рыба, и это не рыба. Вот. Но там изолированный остров. Ах, они много йода в рыбе и так далее. Вот. И что получается? Ребенка, женщина так, калечит, отказавший ей. Я ей говорю, вы сами, пожалуйста, вы сами мясо ешьте. Ой, не ешьте. Почему? Потому что мясо – это для кого-то убийство животных. Для кого-то это часть мировоззрения. Ребенка не калечьте. Вот эти, прошло 7 минут, да, как мы начали, вот это. Не калечьте детей. Почему? Потому что если у их предки, у этого ребенка, а они же как, миллионы лет, гены, как мы привыкли, или не привыкли, но так, рецессивные, доминантные, рецессивные, доминантные. Значит, тут же рядом за столом один, этот, как в Америке говорят, что там у них килограммовые эти бифштексы. Мы столько съесть не можем почему-то. А в Америке могут. Вот, бах тебе бифштекс, вот килограмм. Вот. И сидит целый день. А я, мне вот такого кусочка хватает. Хотя я считаю себя этим, потомком охотников. Вот. Просто образ жизни, он же как, целый день вот так набегаешь, а сожрешь пол кабана, если вот так будешь. А если ты сидишь за компьютером, конечно, столько не надо. Но, еще раз, оставьте детей в покое с этими задумками. Вот что вырастет у той женщины, с которой я познакомился, замечательная женщина. Еще интересно мне в таких случаях, если увидит, что обидится, как-то я преподнес, лучше бы не увиделась. Но не увидит она, тогда многого не увидит с этого вебинара. Вот это все должно оставаться в страшном сне. Вот. Сколько девочек, девушек угробили здоровье. Вот. И еще, чтобы вы поняли. В здоровом теле что? Нет, нет, то есть да, здоровый дух. Но самое главное, в здоровом теле здоровый плод. А это что? И вот тогда мы, я смог отговорить, нет, что двухлетний ребенок не пробовал еще мясо в жизни. Пора. Вот это, пожалуйста. Поймите меня правильно, я не мог пройти мимо этого факта. И только вот то, что когда я сказал, что вот эта корова, это и есть та же самая трава, но с помощью ферментов переработанная. А вот там внутри, вот эти мышцы, все, все это трава, трава, трава. И жрите вы эту говядинку, режьте на кусочки, делайте эту поджарку, делайте шашлыки, делайте все что угодно. Вот. Наслаждайтесь жизнью и будьте здоровыми. И дети у вас будут здоровыми, а не вот эти. Не знаю, я убедительно, нет. Потому что вегетарианцы существуют, я нескольких таких знаю. Я не смог их убедить. Говорят, что корова это то же самое, это, та же самая трава. Так, ну вот первая тема закончилась. Вторая тема посложнее.